смотреть, как проходит она со своей тележкой по улицам Дублина. И она за мной кричала: «Моллюски мидии, живые моллюски мидии, кому живых моллюсок и мидии?» И это не случайно, потому что этот бизнес был семейным. Когда-то и папа, и мама, наверное, бабушки и дедушки тоже ходили по улицам Дублина и тоже кричали: «Кому живых моллюсок и мидий?» Но прожила моли-моло недолго, и вскоре умерла, и никто не мог ее спасти. Но, тем не менее, в наш праздник Хэллоуин дух моли-моло жив, и до сих пор ходит по улицам Дублина со своей тележкой и кричит: «Живые моллюски мидии! Кому живых моллюсок и мидий?»